сорт острого перца Аджем Николор. Этот перчик относится к виду бакатум. Родом он из Перу. Такой перчик созревает от белого цвета. Потом покрывается такой вот фиолетовыми бочками. Таким, ну, как фиолетовым напылением. Потом становится желтый. И в конце уже красный. Очень красивое растение. Высота такого растения от 50 до 70 сантиметров. Острота у него от 30 до 50 тысяч скобелей. Это как бы не сильно острый перец. Срок созревания у него от 90 до 100 дней. Он высокоурожайный, очень большое количество на нем плодов. Вот смотрите сколько. Вот тут еще есть кустик один. Вот. Он еще пока белые плоды у него. Вот смотрите, какие они могут быть крупные. Такой вот перец. Очень-очень красивый. Очень декоративный. Это растение многолетнее. Его можно выращивать как в открытом грунте, так можете выращивать его и у себя дома на подоконнике. Очень большое количество плодов. Очень приятный на вкус. Трешки имеют цитрусовый и фруктовый аромат. Вот такие вот плоды небольшие. Его можно применять в консервации. Также можно сушить его. И можно употреблять в свежем виде. Вот посмотрите, какое количество стрижков у него. Пасынковать его не нужно. Вот у него пасынки идут снизу. Очень-очень пышный куст получается у нас. Вот тут сколько у нас? Раз, два, три. Три пасынка. Большое количество плодов. Много места не занимает. Но куст сам по себе раскидистый. Так что советую такие перчики выращивать себе дома. Очень-очень красивые.